нормальные друзья. Оба с волосами, оба в шапках. Дайте нам шапки. У меня, знаешь, этих шапок сколько? Тебе ни одну не дал. У меня ни одной нет вообще. Дима, у тебя появился второй слот для оружия, и ты можешь в него что-нибудь сделать. Вот как я, например, на четвертом левеле. Ага. Так, кстати говоря, я так чувствую, мы сейчас отсюда выйдем, и у нас сразу пойдет уже катсцена, и мы попадем на Манхэттен. Скорее всего. А подожди, я третий, походу, да? У меня нету... А, да, ты третий. Да, я третий. А, у меня нету еще. Так, все, готовы? Погнали. Да, иду за вами. Что-то и... тут, нет, похоже, катсцена. Очередь и... Да-да-да, смотри. Джеки прошел. Все по очереди. Артур прошел. Давай, Тёма, вперед. Я еще не прошел, вот теперь прохожу. Окей. Так. Странно, так странно выглядит. Вы просто тпшитесь, подожди. Димон, давай еще... тут круто, вот. Приходи. Иду. Да-да-да, вот вертолетная площадка по-любому. Знаешь, это что напоминает? Это напоминает где-то ближе к концу фильма Кловерфилд Монстро. На этом вот такой же штуки взлетали, там эта хрень всякая летала вокруг них. Кстати, господа, ночь. Так сейчас странно ходили, пацаны, боком вот у меня. Не, мы прямо идем. Нет, не, боком мы не идем. Мы прямо идем. Начинается, короче. Не, все хорошо, все нормально. Смотрим ролик. Не, персонаж на Снейка похож. С пятой. Нет. Ну ладно. Вон там. Вон за тем зданием есть бар. Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Если хорошо. Освободим город, угощу тебя выпивкой. Не надо. То есть... Пожалуйста. Вот и вертолет. Вот немножко то, что катсцена для одного прописана. Несмотря на то, что игра рассчитана на кол. Ну это ж типа твоя персональная история, как в любой ММО. У нас на самом деле совсем другой сейчас. Я там на президентском лимузине еду. Пошли! Я вообще на подводной лодке. Ничего себе! А что у вас произошло? Я на подводной лодке, у нас все нормально. Подводная лодка взорвалась, мы видели это. Нет. Под водой водка взорвалась. Вот как она лицо поранила. Фейла устонет. Да. Ошибка, сервис Ubisoft времени недоступен. Отлично. В смысле? А у нас катсцена. А у нас катсцена. Подводная лодка вот уже подъехала. Классно. Я помолчу. Хорошо. Им Ubisoft V. Ubisoft V Lab. Сетевой код. Because of the... We forget about it. Я только хотел пошутить по поводу того, как она стонет, и меня сразу выкинуло. Угу. Ходил тут еще раз хваливал, как тут погодные эффекты сделаны. Так. Сервис The Division временно недоступен. Не пишет. Ну, все, наигрался. Сначала ошибка Сьерра была, сейчас Дельта. Ну, у меня подключение сейчас, ролик закончился. Аналогично. Я на самом деле думал, мы как-то попадем на мост, по мосту пересечем это все, хотя мосты взорвались. Я не так чувствую, так мы сейчас полетим куда-то все. Нам же просто покажем, что мы вниз опустились, да. и все. Он, не, ну покажет онлайн. Полет. Ты зашел, короче, в сеть, сейчас у тебя все хорошо. Нам скажут то, что в бете было, типа, заходите в штаб, изучите обстановку. Постойте, идите, там в очереди тоже, короче. Так, а что взорвалось-то все? Кто взорвал? Получилось. Интересно, я вот сейчас вот перезапущусь, и куда я попаду? На заставку обратно? Я думаю, ты попадешь... Ну, к этим, к воротам, и перед ними будешь стоять, скорее всего. Так это Мессив делал, что ли? Это та самая Мессив, которая... Наконец-то, даже не верится. Волден Конфликт делал стратегию. Одно из моих любимых. Ну, до сих пор подключи. У меня тоже. А, хорошо. Ред Шторм. Во, пошло. Мессив Интертеймент. Вот и вертолет. Это все в стиле. Пошли! Ну, у них поэтому локации такие. Там лучшие виски сауэр в Манхэттене. Ну, не на шутер. А вступление вообще на Zombie U похоже было. Угу. То есть... Или на 28 дней какой-нибудь. Угу. Или недель. Ой, господи. Алло. Это не в игре. Алло. Делин. Вставай немедленно. Алло. Эй! А, воу, у меня заставка. Что вообще? Один вылетел, у второго телефон. Смотрите, ваши штаны порвались. Это у одного и того же. Все. Ну вот и все! Агент в строю, ачивку дали.
Меня тут Ubisoft пытается заинтересовать игрой, а на фоне Артур говорит и вы. Это сексуально. Прям как у вас. Слушай, было, когда я вылетел. Но тебя сейчас китаянка обмазывает. По сравнению со мной тебя и не задел. Ах, держись. Вставай! Держись или вставай? Держись или вставай, определись уж. Но есть задание. То есть, когда освободим будет? Только... Через минуту садимся! Лагерь будет справа по Странные борту! Глюки. Простите. Нормально нет. Все. У меня там, походу, этот микрофон приедет. Наконец штаны уже. Димины привезли. Артур. Не туда. Я все выяснила про первую волну. Кто погиб, кто пропал. Вот она, бета. Остались да, теперь фейла у меня обмазывает. Блин, мы играем в бета дивизии. Утром-то тут просившийся. Не Хадсон, а Гудзон, наверное, все-таки нет. Нет, Хадсон. Хадсон, я, кстати, ладно, подчищать. Дико. Я в открытую бету не играл, и поэтому я халявную куртку не получил. Ну, серьезно? Да. Ну, мы как бы играли на PlayStation 4 и... Тоже ничего не получили. А я на ПК, кстати, бету тоже прошел, получил куртку. Чисто ради куртки, короче, да? Еще раз да? Прошел. Все, дальше мы знаем, что делать. Сейчас нам нужно этот хаб отвоевать. Что, не будем проходить? Же вы уже появились, что ли? Да, мы знаем, что делать. Такие вышли и просто мимо хаба идут на задание свои. А мы там были, мы все знаем. Смотри, он на какую-то бумажку наступил. Это какая-то стопудово важная штука. И оказывается в конце, что она важная. Бери снаряжение. Там на ней что-то было написано. Желаю удачи. До свидания. Рецепт вакцины от оспы местной. Да-да-да. Ой, у меня только что сломано было и в воздухе висело. В общем, сумка. Не упарываемся. Нет, а мы в пати до сих пор? Ну, то есть я с вами. Я сомневаюсь. Хотя да, да. Я сейчас скажу. Да, да. Так, надо чуть потише звук сделать, что-то. Разоралась игра. Во, там линкор стоит, эсминец или что это. Прибыть в Манхэттен. Круто. Давайте Диму подождем, пускай все это посмотрит тоже. Ого, там тащит кого-то. Ну, они сейчас с носилками прибежали. У нас кооператив такой, надо, короче, приписку дописать. Давайте Диму подождем. Асинхронный. Я не зря якорь себе набил. Все, я с вами. Лошадки. Кому чё, как обычно. Я тоже в шоке. Лошадки. Джек в стекло просто идет. Лошадки. Смотрите на его внешний вид, на эту шапку, на эту куртку. Понятно? Лошадки. А по нему сразу понятно было. Че это понятно-то? Когда он только персонажа создавал. Да-да-да. Спасибо. Я в бету, когда играл, я вот этот момент, наверное, минут 20 шел. Просто медленно проходил. Ну, сейчас-то смысл. Медленный ты какой-то. Это еще быстро. Джек, дай шапку свою. Нет. Попытка, не пытка. Слушай, а тут реально никак нельзя передавать предметы друг другу. Ну, ну то есть там элементы нет, одежды, ну. Я ну, может, это шапка. Да. Вот это... тут уже народ появился, да? Ага, вот все стоят. Да, здесь очередь, уже полноценная игра. Ну, нормально. И это уже сейф-зона уже. Мы, по-моему, здесь где-то должны вещи получить, которые... Ну вот, ты где стоишь, там и должны получить, по-моему. Не, мне ничего тут так, не дают. Так, это просто зачем, торговец. Зачем стоите? Продаем вещи. Ага, ну продать-то да, не помешает. Все ненужные. Так, мне рукоятку я оставлю. А в кобуру продам. А чё у него есть? И все стоят, толпятся, я офигею. Забавно. У него шапки нет. Обидно. Лагерь Хадсон, найти надо. Агентов. Ну, покажи, лучше, что у тебя есть. А что у этого торговца? О, вот как раз у него оружие хорошее есть. Ну, кстати, это все, ну, лучше, чем мое. Хуже, точнее. Для тех, у кого не с кем поиграть, здесь очень удобно, в принципе, агентов выбирать. Да. Это сайт-квест, вот это не я помню. У меня тут вообще квестов 5 или 6 сейчас выскочило, типа, вы можете. Это я подошел, взял просто. Это вот здесь я взял. Где мои деньги пишутся? Внизу, справа. Да, ну, нет, я просто немного перепутал показатели. Все нормально. Так. Я, наверное, оружие тратить не буду, все равно. Сейчас да я тоже не смысла нет.
Просто хотелось. Ну ладно. Так, о, я тайник не забудьте. И, а, это, наверное, мой. А некоторые торговцы еще недоступны, похоже. В смысле? Ну вот там слева женщина стоит, а ней это, это не торговец, это я взял у нее побочные квесты. Ага, все, понял. Что за тайник, Джек? А, я стою у тайника, это типа ваш тайник, в который вы можете вещи скинуть. А, ну да, это вот кейс такой. И карту я нам открыл. Вроде все. Ну, это тоже замечательно. Попробуйте на карту нажать, у вас что-то нажимается или я. А у меня она все не активно ее открыл. Ты все открыл. Всем. Ага, хорошо. Ладно, нет, окей. Не могу я. Парень какой-то бегает, просто в стену бьется. Ни атмосферы, ничего. Пьяный. Они такие. Отнюдь. Они могут. Decontamination. Так, ну сейчас мы типа в курсе, что там делать и. Сейчас ты у нас думаешь, опять вообще будет... все. Я думаю, какие-то изменения будут все равно. Я думаю, в сегодняшней серии мы вот это вот почистим эту тему и зайдем на этот хаб. Ну и, соответственно, там, короче, может быть, даже в медгоспиталь успеем сходить. Mm-hmm. Ну, как бы видели, не видели бету, а все вместе, все вчетвером мы не играли. Да, естественно. И да. Плюс на харде сейчас вдвоем будет вчетвером, здесь будет прям атас, наверное. И это по врагам. Да на харде там реально была жопа вообще такая. Ну, там еще геймпады были, конечно. Ну да. Но сейчас-то ну, нам не отмазаться. Ага. Что да, это я с геймпада неудобно было. Слушай, ну скажи, насколько вот это тупо атмосферно так вот реально. Да, просто входишь в бежишь город, по городу. Идете. Круто. Деталей очень много. Вот детали эти, это вот прям вот все прощает. Да, игра не такая, какой ждали, но она просто мега насыщена деталями. Вот эти мусор, дымок от каждой. От каждой. Я тебе больше скажу, именно в таком жанре, вот MMO игры, это лучший график, лучшей графики тут нет. Да. Для обычного там шутера от третьего лица, может, это не самый лучший график. Смотрите, да, ну, чуваки. Слушай, даже для вот обычной игры. Подожди, поставь. Тут, короче, чувак идет, смотри. И к нему можно подойти, дать ему, короче, протеиновый батончик. Но у меня его нет, к сожалению. У меня он не отметился, кстати говоря. Он тебе за это может ништяков дать. Ну, у меня нету, короче. Может, у кого-то что есть. У меня может, просто. У меня даже кнопки такой нет, он просто сходит. Не, он чисто для тебя. Он. Ну ладно, хрен. Не любит нас, он только тебя. Ой, подождите, тут есть документ какой-то. Давайте возьмем. Давай, давай. А вот это, кстати, у меня есть, да. Че пишут? А там говорят, бандиты. 300 опыта дали. Так, стволы в норме. Работаем. На эту тоже очередь. Слушай, если у них дети, держи пушку так, как будто сейчас выстрелишь. Все отдадут. Да? Особенно если у них дети. Да? А если да? не отдадут, тогда они сами виноваты. Если им так хочется умереть, это их дело. Мы тут ни при чем. Это бред собачий. Возможно. Но я не отпущу каких-то богатеньких козлов просто потому, что у них дети. У всех дети и мои голодают. Возьми. Я думаю, надо отвезти эту пленку в полицию. Я думаю, что нет. Мы сами разберемся. Слушайте, а этими коллектаблс мы будем заниматься? Ну, если по дороге, так это... А так, в принципе, можно в свободной игре просто забрать и все. Да, я думаю, в свободной игре вне записи там можно бегать и всякой дичью заниматься уже для себя. О, прикольно. Новый год такой. Пенсильвания Плаза, исследовала. Спасибо. Так, а вот там, по-моему, два бандита. Да. Я, кстати, четвертый таки поднял. Хорошо. Кстати, армейский-то эмочка, она гораздо лучше, чем та, что у меня в предыдущем видео была. Mm-hmm. Она хорошая. И мне показалось, что грузовик этой Кока-Колы. Похоже, здесь такая атмосферненькая именно. Эй, в чем дело? В смысле, в чем дело? Здесь перестрелка. Да ни в чем, все нормально. Вон красавчик. Там люди в окнах. Прикольно сделано. Куча ёлок, которые даже продать не успели. Чувак в машине стоит, наполовину нога в стекле. У меня тоже. И на весёв твик. Как здесь ближний бой? На колёсиком. На колёсиком нажимаешь. А, все понял. О, коллиматор, кстати. Ну-ка, коллиматор, это очень хорошо так. Так, уно моменто. Коллиматор это замечательно. Там перестрелка впереди. А тут же как-то можно прицел, да? Или нет, от первого лица? Нет, по-моему. Если у тебя именно прицел не коллиматор, а оптика, то можно чуть не смотреть. А то я думал, мне приснилось. Ну, я лучше ямку возьму, чем самая она. Так, это наши. Да, сейчас отбиваться будем. Там их щемят.
а справа зараженная местность. Ликвидируйте противника, защищайте союзника. Ну-ка, ловите. Ох, уводит. А, не уводит. Гранаты выбежали, прям на прицел, прям на мушку. Что с мушкой? Красота. Нормуль. Здесь, я так понимаю, не только негры будут в качестве врагов. Ну, там я в прошлый раз мы видели каких-то поджигателей нацистов, там, что-то такое было. Добей его, Джеки. Найс. Саучик. Это еще не все. Да-да-да-да. Перезаряжаемся. Не идем вперед, пока есть. Мы не ходим в Рейвенхольм. Так, дреночку. Хорошо. Неждан. Неждан, пацаны, да? Добить я тоже. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Блин, что-то мне на шматке не везет. Мне вот попадается то, что есть уже. Даже из модификации на оружие рукоятка опять попалась. Я думаю, когда-нибудь тебе выпадет что-нибудь, чтобы шапка у тебя одного. А как вот Джеки в цвет, да, выпала? Шапка. Как раз под него такая. Я маленький. Я маленький. Я люблю всех поджигать и убивать. Сейчас найдем, короче. Ого, здравствуйте. Тебе помочь можно, да? Операция «Ответ». Второй этап. Кто бы вы ни были, нас атакуют со всех сторон. Не знаю, чем вы я можете быть помочь. А сейчас нам пригодится любая помощь. Откуда вам известна моя частота? Ты в бете? Мы вас сейчас прикроем. Сходу. Только не стреляйте в тех, кто пытается вам помочь. Конец связи. Я в бете так и не понял, что за зараженная зона. Подключаюсь к местным каналам ОТГ. Ну, в смысле, по сюжету? Просто много. Ну, вот по городу идешь, там есть такие красные зоны. А, ну да. У меня, кстати, уже сейчас есть место, где отмычкой можно воспользоваться, по идее. У меня отмычка есть одна. Я вообще сейчас стоял, смотрел, как мужик с бабой ссорится. Дреночка. Тут так-то война. Так, там враг очень сильный. Тебе, Артур, да. Это не шарашит. Ближе, да. Какой-то пул дед, что ли? Еще пока нет, не дед. Сейчас будет. О! Так, я попробую справа. Одну полосу сняли, он практически не живой уже. Гранат ему послал. Но он уже все, да. Да. Ух, тем более гранат там еще послал. Придут. Вот там еще есть. Взлетел. Он у меня одного взлетел? Да. Нет. Не взлетел. Так, я огонь пока на себя беру, просто на верхушке встал, они по мне стреляют. Угу. Диспетчер, отлично, зря. Снаружи под контролем. Запишите в отчет. Пришел спецотряд и всех спас. И всех убил. Спецотряд пришел. А поезд сделал. Рад, теперь нужно обустроить базу. Зайди туда, осмотри. Нужно в базу зайти. Вниз. И вот по поводу базы мне тоже интересно. Давай. Если я, например, ее сейчас начну прокачивать, она как бы у вас в игре потом тоже будет прокачиваться? Нет, она только у тебя. Или ты более того, ты нас не будешь видеть на своей базе. Угу. Да, значит, для себя. Ну, если по бете. Понял. Так, хочется теперь назад немножко пройти и посмотреть на ту зону, где взламывать можно. Вот как раз и пишут, что ваше личное пространство и улучшение только вы увидите. Угу. Ну и как здесь, короче, что-то тут все улучшать будешь постепенно, там разные блоки. Агент, нам нужно наладить работу базы и доказать жителям Нью-Йорка, что мы вернем так, им город. Ладно, у базы есть потенциал, пошли уже улучшать. А потом тут будет так все красиво обустроено, куча людей, торговцы всякие. Понадобится толковый персонал. Ну, кстати, в бете торговцы сразу были. В полевом госпитале, в а тут они будут потом появляться со временем в разных участках. Район кишит бандитами. Ты их освобождать должен, мы сможем организовать работу медблока. Без нее. Так, крафт тут командир есть, ОТГ короче. Сейчас ты скипнул роли, да? Да. Ну, это же Тёма. Ну, Тёма. Сюжет, потом. К тому же, я надеюсь, это повысит. Чё там смотреть-то, господи. Еще нам нужно электричество. Он говорит, что он электричество нужно. Да. Вот, техник, но, видимо, Артур, Дима качает медицинские отсеки, я технический, Тёма силовой получается. Так okay. Точно. Я всегда любил быть хиллером в Bad Company 2. Все блоки базы, так они же все так, нужны каждому, не? Ну да, их, ну просто еще приоритеты надо выставить. Да-да-да. Тем больше сможем сделать для города. Так, зеленый шмот. Производственная станция, тут самого крафтить можно, да? Ну а да. А для этого нужно...
Создать у меня разве есть это оружие? Создать? Да. Серьезно? Тревожный рюкзак какой-то. Тревожный рюкзак? Чертежи берешь, крафтишь, да? Я, правда, не вижу смысла в этом создании, но, короче, тут можно создавать, я не знаю, пистолет-пулемет можно создать. Инструменты можно создавать, всякие отмычки, электронику, детали оружия. Так, медицинский блок. Это, походу, синенький силовой, да. Поставим голографический. Смотрите каждый блок. Силовой корпус пребывает в запустении, еще здесь не хватает капитана Бенитоса, его ВТГ обожают. Бенитос наверняка поможет нам с разведданными огневой поддержкой, так что мы сможем очистить улицы. А, они пока что не в сети, пока мы квесты не сделаем. А, они этот... Надо их просто смотреть. Они сами офлайн, типа. Я думал, может быть, мы статус там. Не-не-не. В медицинском блоке сейчас полный раздрай. Тут нужен вирусолог, тогда мы сможем заняться изучением вируса. Так, апгрейдики чувак продает тут на пушку. Я думаю, со временем тут прикольно будет. Что-то такое, типа Нормандии. Вы, кстати, знаете, что Mass Effect, похоже, все больше сливает. Там редактор ушел уже, писатель ушел. Это печально. Ну, будет опять гамаги и драма какая-то, не знаю. А может, это как раз тот ушел, который гамаги и драму делал? Ну, они Карпишина вернули, как бы, вроде. Может быть, из-за этого вот это вот все уходит. Вся эта звездобратья. Гомосятия. Он говорит, эй, вы что тут мне понаразвели? А, с цветной концовкой. Ну и с катертью. Все, я осмотрел все цеки. Че такой быстрый-то? Угу. Встретиться с Фейлаум возле входа. Конечно. Удастся доставить сюда Ротса, дела капитана Бенитеса не хватает. Он из частной военной симулирует компании, травму. И он умнее, чем может она показаться симулирует. На первый взгляд. Просто. Так, хорошо. Тут бегать, кстати, можно, если что. Угу. Так, это ты мне скажешь, типа... Плохие новости. Я не смогу пойти с тобой. Ты же видишь, что у меня с ногой. Буду помогать тебе отсюда. Что поделать? Знаешь, как сильно я мечтала. Слушай, а тут можно будет потом, работе? Интересно, татухи себе носить? У нее прикольно на руке. Жизнь, по-моему, можно. Я себе на шею сделал. На шею-то, да. Ну, я тоже себе на шею. У нас ведь не должно больше быть привязанностей, да? А потому что все остальные места у тебя закрыты просто. Раздеваться нельзя. Я так и сделала. Не помогу. Пока что нельзя. Я к ним привязана. Это мои люди, это мой город. И мы его 500 отобьем. Опыта, окей, и что дальше? Давайте-ка... Да, вот, Дим, ладно, ты можешь себе, наверное, сейчас купить ладно. Этот шмот, если тут есть. Вся надежда там на нас. Есть, но шапок курток нету. Не продается? Да, только подбирать надо. Циклетная... С трупов снимать. Денники. Торговец мультик. Так, давайте сейчас пойдем в медицинский... Не, а в Бете были торговцы, которые вещами торгуют? То есть, значит, после позже появится. Ну, не, ну, я думаю, я может быть, не факт. Хорошо, что слушайте, короче, глушитель нашел. Может, на пушку поставить глушитель? А она у тебя... Я не думаю, что она тебе сильно пригодится, честно говоря. Ну да. Стелса тут как такового нет. Но все равно хочу глушитель. О, Коль 911. Отлично. На М416. Я хотел вот пистолет. Так, он опять же 6 для ПВП. Наверное, больше. А, стоп. А почему я не могу глушитель поставить, когда он у меня есть? А, может, он под определенный вид. Может, под М-ку только? Ну-ка. Может, да, кстати. Уровню. Или нет, вообще не вижу его. Странно. Самый лучший товар на районе. Странно. Вообще сведения один. Так. Удачи вам там. Так, ну. Хорошо, в целом. Так, что еще я хочу? Ща пойдем уже. Ребята, не парьтесь. Уже мы сейчас позалипаем. Ща пойдем. Глушитель Тирант. Это... мод ствола малого калибра. А, это, наверное, на какой-нибудь ПП. Ну, да, или пушка. Вот для армейского М9 пистолета вообще. Ах, ты ж мать. У меня Фейлау пришла. Только сейчас. А ты не договорил с ней еще, что ли? Нет. Ну, сниженный уровень угрозы на 2,5% дает глушитель. Я в целом, короче, сделал. Теперь я готов, да, я на улице. Так. Я сейчас смотрю, просто что тут есть. Ну ладно, погнали. Еще насмотримся. Куча инцидентов добавлено. Джеки, поставь на этот на госпиталь. Он же тут самый ближайший, я так понимаю, на другой стороне этой улицы. Угу. И на харде давайте его заточим. Топово будет. Угу. Так, подбор игроков понятно. Ясно. Карта. Зелененький, да, госпиталь?
Ну, я к нему сейчас подойду. По-моему, да, по идее, да. Госпиталь будем делать. Полевой госпиталь в СМГ. Ну, сразу от него отделаться, потому что мы его уже выполняли, и мы знаем, что там да как. Так, сейчас. Да? А сейчас сложность как выбирать там? А там при запуске. Ой, сори. Прикольно. Смотрите, там у меня пистолет с глушителем. А в глубь заходили, база? Да. Твою шапку как раз. Да, я походил немного так. За тех блоком, там вдалеке там еще ангар целый. Пока сёрн там делать нечего, там, да, все пусто. Кстати, четверка это граната, так же как и G. Если чё. Выхожу. Ой, я вас уже вижу. Операция уровень 4. Я летел ударил машину сложность. Давайте, я вас жду, пока вы подойдете. Я так понимаю, я выберу сложность. Угу. Подбор игроков, ты включил. О, я бабе аптечку дал. Дали. Мне куртку новую дали. Сложность средняя. А на высокой дадут больше кредитов и один предмет снаряжения. А так бы дали просто оружие. Давай, высокую. Сложность высокая. Так, ну нам вроде ничего не нужно делать. Мы типа стоим, ждем. Да. К двери главное не подходить. Так. Все, в здании погнали. Гарден полно бандитов. У них в заложниках доктор Кэндл. Говори уже. Ой, Жек, подходите. Тебя не убили. Больно. Джеки. А я хотел именно, думал, что мне надо задание активировать. Теперь у меня аптечек нет. Ну, зашибись. Неужели у вас нету шапок? Вы два лысых парня. Нету, без шапки. А они хотят лысыми быть. Если бы они хотели, чтобы у них на голове что-то было теплое, они бы волосы оставили. Вон чувак идет, бронированный. Потому что высокий уровень сложности. Я понял. Ох, сейчас мы будем тут, короче, падать. То, это будет круто. Этот звук, когда хедшотом меня убиваешь. Это чехана так немного. Немножко криво. Ау! Friendly fire нет. Очень вовремя. Куда же вы побежали? Ох, жесть. Пипец, у меня вообще хп нет, я сейчас упаду. Так, я лежу. Тёма, рядом с тобой. Да-да-да, сейчас. Я просто не высовываясь стреляю все это время. Высовывайся, не высовывайся. Сзади Джеки двое, надо их убить. Лежать, тварь. Давайте я со щитом вперед пойду. Давай. Ох, они попёрли. Не при вперед лучше. Не, ну я не особо-то. Просто на себя буду агрить. Ага. А вы их коллекционируете. Коня. Минус. Ау. Боковому в голову. Отлично. Воу, нифига себе прилетел. Он щит тебе сбил. Он вообще все сбил мне. Пол хп даже. Бежал. Нет, не убежал. Не убежал. В задницу. Забежал, короче, упал так. Вот это реально интересно стало уже. Я и говорю. Это что-то какое-то избиение было. А теперь нас бить будут. Блин, а у нас пятого уровня ни у кого нет, да, до сих пор? Ой-ой-ой, меня простреливают сверху. Да-да-да. Лут еще снизу, если кому надо. Ну, а он, мне такой. Кажется, рандомно появляется. Банка лимонада. Хотя не, мне дали патрон. А вот это ты смотри, сейчас умрешь. Артурио, да, ты там не это самое. Раш не удался. Шалость не удалось. Так, я возьму эмку лучше. Так, кому-то нужен подхил уже делать. Подключи меня к системе безопасности, и думаю, я смогу найти Кэндл. Ой, этого тоже никто не слышит. Его было бы зашибись. Это Диме штаны привезли. Отлично. Опять. Дима, выйди. Могу, не мне крови. Опять. О, блин, там лут, пойду схожу. А нам... Так, а нам наверх надо. Че, я как ты, подожди, как ты без хилок-то вообще? Ты же в этом... А, не, я уже нашел хилку одну, подхилился чуть-чуть. Ты же на базе мог установить себе хилки. Да? Вот я без хилки, я не увидел где. В ящик, по-моему. Там возле выхода залазишь, было. Да, а я, короче, пушки поставил, все прокачал и пошел просто. Здесь какая-то обеззараживающая... Я вообще без хилки. Я одну отдал, короче, какой-то бабе прохожей, она мне за это куртку дала. А вторую я только что потратил. Но я думаю, сейчас будет. Пополняшки тут есть. Смотри, тут записи камер. Бандиты заставили Кэндал и других врачей оказывать помощь своим раненым. Только поэтому их еще не убили. Ага. Так, здесь лут, насколько я помню. А да. Я вот не вижу, кстати. Нет, вот, вроде ничего. Не факт, мне кажется, это... Не у всех, раз... да? Вот, а, нет, я взял разрывную пулю. Вопрос, да, вот. Шум. Зажигательная пуля. Тут сейчас будет, по-моему, что-то жестко. У тебя разрывная. Это я не понимаю, плюс одна, это что, реально один выстрел? А вот я тоже не могу понять, либо как бы просто как сам предмет добавляется и все, у тебя будут пули вот эти вот.
Короче, смотрите, вот этот хавчик, он, походу, нужен только для того, чтобы его гражданским отдавать. Они за это будут платить. Нет, у нас ХП восстанавливается, когда мы консерву поднимаем. И плюс еще восстановление этих, как его. Может быть, батончик? Скиллов. Восстановление скиллов повышается. То есть ускоряется. У меня как было два этих самых здоровья, так и осталось. Так, парни, тут сейчас будет жестко. Я это место помню. Ему тут, короче, реально. Колу, там, коктейль какой-нибудь, то восстановление скиллов быстрее будет идти. О, вот это тут сейчас реально будет. Давайте тогда вперед просто не бежим, сидим сзади максимально и ждем, пока они там будут прыгать, сами к нам идти. По гранатам есть у кого что? У меня 0. Есть. 3. 6. Ну, давай с гранаты начнем как раз сейчас. Вот слева 6, трое 2. Есть прямо туда. Осколочные? Ага. И сразу я не докину. Я правый фланг буду крыть. Они уже идут на вас. Левый кидаю. Граната в меня? В меня закинул, спасибо. В смысле, гранату осколочную кинул дальше. А, может быть, они кинули? Да, 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 это прилетело от кого-то оттуда. Да, они жахают, я реально, дымовыми. Я плачу и стреляю. Я в дыму. Раскал ствола, это вообще так круто сделано. Справа заходят. Ага. Ну и сверху партия новая пошла. Ну, я смотрю, вот кто-то мне помогает, я не вижу, правда, кто. Да, я. Хорошо. Сзади тебе. Дайте-ка им тоже. Они сейчас попрут, ловите. Можно, в принципе, какая-то кнопка тут есть, по-моему, Z вроде, типа того, помечает врага определенного, и мы можем все вот так по одному стрелять и убивать их быстро. Сложно. Ну, я не помню, правда, вот какая кнопка. Справа не можете вот этого чувака добить? А, все, уже. Ну, одного добили. Я чуть-чуть продвинусь, Тём, ты можешь на мое место сесть. Окей, я сзади. Минус. Отлично. Есть. Ой. По партии уже сверху посерьезнее открываю огонь, смотрите. Просто. Нет, бессмысленно, нет. Надо ближе подпускать. Угу. У меня, оказывается, этот Division прислали коллекционку. Ой. Дима. Ух, ты ж мать, Дима. Что такое? Что произошло-то вообще? Я к Диме подполз подлечиться, короче, в нас летает как коктейль Молотова. Гранату кинули мне. Ау. Отхожу назад, я в огне еще, ну вообще зашибись. Блин, Тёма! Меня сейчас свинтит. Ладно, я попытался. Я за укрытием. Так. Дима, справа я. Подожди. Димон, не пытайся. Я сейчас тоже сдохну нафиг. Там гранаты кинули. Не надо, кинули, не надо. Да, все уже. Хорошо. Это хорошо, окей. Так, а все таки ползают. Так, теперь смотрите. На самом деле ничего не было. Элитные противники выносливее и опаснее. И у них есть уникальные способности. Так, стоп, кто жив-то еще? Почему не пишет ожидание реанимации? В смысле, я живой? Только я отреспаунился. Поэтому на самом деле было бы хорошо, если бы вы сдались. Мы сдались, но я жду 30 секунд. Да, мне еще 15. Ожидание реанимации, 10 секунд еще. Артур, а ты как умер? Ты со мной был, когда взрыв был? Да. Но я уже на коленках был, потому что я к тебе приполз. Дима, подлечи. И тут, короче, влетает. Это там Тёма еще был, и Джек был, все на коленях сидят. Меня растерялся. Ну, просто реанимация тут очень долго идет. Очень, да. И ты встаешь, теряешь укрытие. То есть нельзя сидеть как бы в укрытии и заниматься этим делом. Я тут попал под серьезное дерьмо. Я рядом. А, то есть не заново. Ага. Но это может быть хорошо даже. Да. Действительно, как в этих ММОшках. Так, добивай туда. Минус. Фух, там еще сейчас один плотный вылезет. Давайте-ка вот так вот сделаем. Так, сейчас граната. Граната. Хоть арту. Ух, зажигательный. Вот это и погасил у меня тогда. Да, это было жестко. От твою мать. Мать, уроды, вам тоже туда гранаты. Так, все, не вылезайте лучше нахрен, а то как я кончите. Вон там я попробую доползти. Надо чуть-чуть. Ползи. Еще одна. Отхожу. Сейчас не ползи, короче. Сейчас не ползу пока. Так, все, ползу. Еще граната. Я сгорю сейчас, короче. Нет, ты молодец. Мне не дополз. Офигеть.
Я сам вылез. Ничего, я больше не буду видно. Вылезать. Я рашу, короче, туда стреляю в мясо. Ну, там на самом деле уже нормально, так все плохо. Щитом, столько лута, просто вся локация в лучах. У меня щита... А, есть щит. Да-да-да. Но они снесут его за 3 секунды. Тут их мало. Один остался. Все. Жесть. Кэндалл и ее люди все еще наверху. О, аптечка. Ништяк. Мне от этой аптечки как-то не тепло стало. Почему? А, вот еще одна. Вот тот второй. А мне тяжело, немного потеплело. Не, ну тут их много на самом деле. Да, хватает. А мне что-то лута особого не прилетело. У меня пол локации в зеленом луте был. И рюкзак опять упал. И у меня зато броская. Броская всепогодная парка. О, какая броская. Так, я пойду за патронами вернусь, короче. Осколочная гранатая, светошумовая появилась у меня. Так, вот что-то еще. Патроны здесь где-то я помню... Да, вот здесь лежит лут. Где? Банка лимонада. Ну, такое. Ну, вот видишь, здоровье не пополнилось у тебя все равно. Ага, тут ну, да. Воды. Пополнение взяли, да? Угу. Я теперь в новой курточке. А вот тоже, патрон. Ну, пойдем посмотрим друг на друга. Слушай, у тебя тоже ничего такое. Да. Ага. Красавцы. Это эти там лысые ходят до сих пор. Ну, это понятно. Нам-то и так норм. Я думаю, что здесь что-то есть. Банку лимонада я нашел. Хорошо. Не, все, походу надо просто прямо идти. Все. Ну и лучше жизнь будет, по-моему. Мой папа безумно огорчился бы, если бы увидел. Сумка повышает урон в секунду. Серьезно? Урон разный эффект. Сумка. Да, брони меньше, но урон в секунду повыше. Так, я ее поставлю. Но есть и те, кто борется. Тут скелетные перчатки. Мы стараемся ради них, агент. Кстати, локализация вполне себе хорошая. Стандартная, для Ubisoft хорошая. Да. Итан Марс, когда говорил в стартовой ставке, я же немножко обомлел. Шан. Шан. Джейсон. Джейсон. Погнали. Нажимай. Рано сдаваться, Артур. Идите на меня. Кстати, можно серию закончить. Ну давай закончим эту как. Давай миссию уже допройдем. Миссию да. Добьем. Что осталось-то? Часа на пол всего. Слушай, ты такой Джейми Фокс, прям такой актер голливудский, Дима. Угу. Мощеный парень. Шапки не хватает, говорю. Лощеный. Так, вот тут сейчас будет жопа, я помню. А что тут? Чтобы добраться до Кобис, придется пройти через несколько фаст-фуд, зараженных зон. И нужно будет другую сторону строить. А нам еще, смотрите, нужен фильтр второго уровня, чтобы пройти в зараженную зону. Так у нас уже... И это мы только потом откроем. Через какое-то время сможешь сюда прийти и туда попасть. Mm-hmm. А, это дверь отдельно? Uh-huh. Вот, я про эти зараженные зоны и говорил. Да-да-да. Они по я всему понял. Городу. Ох. Хорошо, значит там можно будет что-то полутать. Слева сейчас пойдут. Да-да, это место. Учитывая, что у нас пушка не очень хорошая, я думаю, это будет сейчас как-то так. Нормально, справимся. В том плане, что разлет у меня большой. Я гранату хочу заслать. Отсюда, по-моему, стреляться или поближе? Я думаю, отсюда, туда нет смысла. Да заслал. Они сейчас сами с этой стороны будут заходить. Правильно. Хорошо пошла. Фига себе. Я просто не мог ждать, там момент был упущен бы. А я прям за тобой кинул, так что... Ну, полетел. В баллон попал, он летел. Это что за лаг был? Так. Ой. Нас обижали, по-моему, не? Не-не. У меня игрушка лаганула почему-то, и персонаж не стрелял. У тебя патроны кончились просто. Не-не-не, у меня полный был магазин. Ну, блин, пожалуйста. Хорошо. Да, более сюда, господи. А, да, их много до крыла. Да их там сейчас еще набежит, я чувствую. Помните, там из лифта куча народу с битами выбегает. Ага. О, открылся. Все, открылся. Так, я броню самому левому сбил. Угу. На подавление пошел. Кстати, мне кажется, ли они более молчаливыми стали? Да, да нет, просто в русской версии они там не факают. Ой. А то в бете, я помню, постоянно орали. А бетка на английском была, да? Да. Ну, полностью без перевода же.
не подавляй, дай ему выйти. Я хотел еще дальше с фланга. Вот теперь можно гасить. Сейчас они просто пойдут на меня толпой, я буду отступать на вас. Нормально, я тут уже. Давайте я, сюда все подтягиваемся. Я на этой стороне, я на этой стороне. Гранату заготовьте, доктор, сразу. Доктор, с вами все будет хорошо. На этой стороне остался. Внимание. Буду гасить отсюда. Гранаты засылать, готовьтесь. У меня чувак в воздухе висит. Какие-то. Ох, у меня граната полетит. Пошла граната. У меня тоже гранат нет. О, хорошо вошло. Вот была бы у меня сейчас турелька, я бы ее на центр комнаты кинул, и все. Аккуратно, жесть, сбоку. Джек, прям рядом с тобой. Справа? Да, нет. Он все. Доктора просто стоят, они даже не укрываются. Да им нормально. Ну да, что-то хотелось, доктора. Ай, бляха. Простреливают меня. Так, я слева приму парней. Кончились боеприпасы. Найс. А у все, меня стреляю с пистолета. Смотри, как он близко подошел, а? Последний. Один да. Что-то там стоит. А, он с бейсбольной. Чувак, у тебя шансов просто море. Тебя, мужик. Я даже не буду за ним гоняться, сами убить. Не лень. Еще бегут. Еще бегут, вот это вообще было, сейчас не очень. Блин, я такой отхожу назад, пытаюсь стрелять в голову чуваку, который на тем прям бежит. Так, я отхожу, короче. Скольно я побежал. Тёмок прикрываю, прикрываю. Спасибо. Нормально. С пистолета в голову вполне хороший урон идет. Нормально, да, неплохо так. Вообще в голову хорошо идет. Я думал, он в принципе будет как пигалиться. Могу гранату оформить. Не надо, не надо. Некому тут уже гранат пытать оформлять. А, ну окей. Да хорош ты, слышишь. Просто запинали. Крыши, шагу ступить не дают. Фу, тебе нужно подняться наверх и убрать этого пулеметчика. Иду к вам. Глушитель хочется поставить понты там, обвес. Но я на пистолет поставил, нормально выглядит. Действуй, агент. Жилетного бранца. Да. А у меня похоже на эмочку. Так, сейчас, секундочку, ребятушки. Давайте все этот. Дима, у тебя есть аптечка? Нет. Вот тебе бы она нужна. А вот, тут у меня валяется лишнее. Сниженный уровень угрозы. А, вот она для чего. Ни одной аптечки не было здесь. Эх, как кожаная куртка. Сейчас, подожди. Склепные перчатки и куртка. Как же я без них? Куртка. Да. Во, немного побольше брони. Ой, а на крыше что же сейчас жесть будет? На крыше самая жесть будет сейчас. Так, боеприпасики, гранаточки. Угу. Спасибо. Угу. Спасибо. Спасибо. Ну, хоть новый пистолет дали. Ну-ка, чё, как оно выглядит? Ну, стало понтово. Ого, подсвечивается у Тёмы лицо. Лазерным прицелом. Кому-нибудь видно, нет? Не, только у тебя видно. Диме лицо подсвечивало, у него светиться должно сейчас, нет? Нет. Не. Жаль. Но это прикольно вообще так. Зашибись. Я помню, это место здесь справа-слева, может быть, я тут нашел пулемет как-то раз. Новая эмочка. Ну, понятно. В смысле там оружие какое-то, да. Слева, по-моему, что-то было, да. Справа не помню. Я на 300 урона себе поднял, но правда... Буду ложиться сейчас очень сильно. Ну ты не вылазь. Так, ну я ничего особенного с этой стороны тут нашел. Тут ящик. У меня максимум. Тут а ящик, нет. Тут с автоматом у меня МП5. Ну это холщовая куртка такая. Все сразу к тебе такие. Ящик. Днем ночью. Ящичек. Причем хороший МП5. У меня на коленнике здесь были. Так, Джеки, за мной будете? Ну блин. Я, кстати, на рандоме нажал и думал, тебя первым поставят. На коленке на пятом. Вот это неплохой автомат. А с той стороны что было говорить у вас? Было что-то? Мне написали, что у меня все типа есть. Ну-ка, пойду тоже посмотрю, может там аптечка для меня будет. Так, возьмем СМ4, ладно. На ППшку. Да, аптечка, кажется. Нет.
похуже моего, но, короче, этот автоматик нашел. Зажигательная пуля. Жалко, я его никому передать не могу. Нет, эмочка еще одна. А? Более дальнобойная, но менее урона наносящая. У нее точность, по-моему, намного лучше. Так, сейчас я посмотрю. Хотя нет. И всегда есть... По-моему, все лучше. Вместе с лесенкой ящики, чтобы кто-то мог просто запрыгнуть. Чтобы пафосно было. Наш агент зачищает крышу. Так-то круче. Кэндл уже у вас? Так точно. Она и ее люди только что... Так, здесь, по-моему, сейчас будут патроны, да, вон. Да, справа. Может быть, кстати, аптечки дадут. По-моему, тут... Дима, а ты подлечиться... Нет, не дали. Печально. Слушай, уровень, ты ни у кого не поднялся что-то? Нет, смотрю. Мы пятый должны будем получить, и у нас появятся способности там, наконец-то. Там совсем да, первая помощь будет открыта. Подхил так-то нужен. Там уже идет, если что, дичь. Да. Я с этой стороны залезу. Ну что, агрим на себя? Сейчас. Я думаю, подойти лучше поближе. Да в меня уже стреляют. Граната. Тем, не могут стрелять. Пошла. В смысле, ну, урон же уже пошел. Ну ок. Какой разброс у этой пушки. Ой, они в дымовухе вообще понять ничего не могут. Все нормально, все хорошо. Главное вперед не рожьте, они здесь будут подбегать. А мы просто будем сидеть и все. Хорошо. У нас позиции топовые. Я дальше всех буду сидеть, потому что ни хилки, ничего нет. Ау, пока все равно достает. Больно. Справа, Тёма. Господи. Прикройте меня, пожалуйста, там слева какой-то чувак прямо около меня ходит. Тут двое даже. Так, вижу. Страшно. У меня перезарядка. Я пошел зайду с другого. О, смотри, тут ящик с патронами есть, если что. Аптечка, давай. аптечка, даже две. Ух. Да, господи, бери ты. Кстати, сверху, да. Тёма, вообще у нас топовая позиция. Траша, да, нас. Да. Ну тут укрытия как бы нормального нет. Блин, я думал, они сейчас сюда прыгнут. Ну ладно, он типа ушел в гранату, сам молодец. Блин, этот урод сверху гасит. А вот здесь можно, если что, спрятаться. Да. А я через это не могу? А, блин, хреново. Да, прыгать вот, нельзя. Вот тут бы прыжок пригодился. Кстати, да. Я лучше отойду. Так, гранат у меня нет, но у меня есть хилка. Обезьяны сраные бегают. Да, и туда-сюда, туда-сюда. Это не расизм. Может, развалим хача сначала? Так я в него, да, и пуляю. Не расизм, это обезьяны. Давайте тогда, ребят, вы по этим, по нижним, мы по хачу. Добро. У нас просто поближе позиции получишь. А вообще он сейчас спустит все равно. Хач. Все. Внимание. Все, он пошел. Ай, и он. И не только он. У меня FPS упал. Ну, я тогда продолжаю по мелким стрелять. Да. Пополнение, если что, здесь. У вас гранаты нет, меня... очень бы подошла. У нас тоже пополнение нет. Есть. Патронов. Гранаты нет. Что-то он сам делает, куда я фигню. У меня есть дымовуха, кидаю. Или слепо, я не так и не понял. Норм. Так, даю криты. Хорошо. Ух ты, это пошли. Ох, подперло, а вы можете да, пока подперло. В навык быстро себе лечилку поставить? Мы бы вас прикрыли. Я сейчас этим бы. Займусь. Ага. Я займусь сейчас. Чего поставить? Лечилку. А, пятый уровень я сейчас поставлю. Просто. Я не пятый. Я четвертый. Значит, у Артура есть. Да, Артур есть. Да, должна быть. 100%, так что... Потому что у меня и хилки нет, а надо бы сюда нам кинуть. Я не могу. А, закрыт. Не дают, оп, да? Грена. После боя. После боя будем ага, разбираться. Понятно. Блин, я в дезориентации. Да, я же говорил, граната. Ну ничего. Они так-то на вас там рашат. И к нам спиной повернут. У меня вообще хп нет. Хорошо. Не вылазь. Не вылазь, я тогда на себя возьму. Аптечку вижу. У меня еще одна аптечка есть. Я осколочную взял. Да ляг ты уже. Ляж. Ох, там хорошо что-то бахнуло. Не назначен один навык, вот мне пишут. Бессмертный. Да, хача. Господи, высунься ты сверху. Собака, патроны закончились. Мы этого хача будем еще долго ковырять. Не, главное броню ему снять. Да снимем, все еще будет. Вот эта вот мелкая тварь, она бегает постоянно, меня уже бесит. А отвлеките его на себя, то он нас все. Подавляет. Сейчас все будет. Я вообще высунуться не могу.
Угу. Так, я его забанил. Скажись. Во, вот теперь точно. В спину ему попасть можно, тогда это будет вообще easy kill. Угу. Легко. И в голову. У него патроны взорвутся. По-моему, оно, кстати. Ему все уже. Помогать ему некому. Надо. Он в шоке сам, что происходит. Я его не вижу, да. Так, все, он на меня, короче. Гранат кидаю. Я прячу. Уходи, уходи. Отлично, спины раз. Все, она ему. Врачи спасены. И Кендалл, и весь ее персонал. На Дичи или на Джеки? Дичим, дичим. Хорошее начало, агент. Жаль, меня там не было, я бы прикрыла. Да, ой, жаль, говорит, меня там не было, я бы прикрыла всех размазала. Когда вернешься на базу, поговорим с Кендалл. Все как всегда. Она многое может для нас сделать. Ну, у меня нога болит такая. Так-то я. Фу, лицо поцарапало, не могу идти. В общем, поздравляем, это было прошли круто. Мы эту миссию. О, пятый взял. Мне дали увидимся. Топ в противогаз. Когда увидимся. Вот. Что там, кстати, дали? А то, типа, да как? Вы не показали, что нам дали. Да, а я показал. Что такое? У меня доступна одна еще ячейка для этого, как его. Ну вот, да, для навыка. Первая помощь еще недоступна. Ага. Да, первой помощи пока нет. То есть можно либо тактически, либо силовое взять. У нас, короче, каждый выбирает по две ветки. По две, да. Ладно, ребяшки, короче, всем пока. И там в следующей серии уже двинемся дальше. Мы прошли то, что было в бете сюжетного. Скоро будет новая сюжетная миссия. Вот. Всем, да, всем пока. Всем пока.